Всем приветик! Сегодня я расскажу, как подготовить капустные листья для голубцов. Первым делом на огонь мы отправили с вами большую кастрюлю с водой, чтобы она закипела. Теперь берем капусту, вырезаем вот так, где кочан у нас. Все, наша вода закипела. Теперь помещаем туда наш кочан. Надо, чтобы вода полностью покрывала нашу капусту. И варим примерно 1 минуту. Через 1 минуту достаем и аккуратно снимаем листья. У меня всегда это получается 4-6 листьев снимается. И все, и теперь опять отправляю кочан в кастрюлю до тех пор, пока не закончатся хорошие листочки. Время приготовления зависит и от сорта капусты, может быть и 30 секунд. Все, теперь листочки, заново бросаем в кипящую воду на 1-2 минуты. И все, и достаем, и теперь можно обрезать и готовить вкусные голубцы. Вот так легко и просто можете подготавливать листья для голубцов. Всем пока-пока и не болейте!